Всем доброго дня, всем здрасте. В который раз изолировала я свою птицу. Кур своих, тут всего их 5 штук. И вот, конечно, моя старенькая, вон второй раз уже ее вылавливаю и возвращаю к ним. То есть я сегодня что хочу сделать? Значит, отрезать им крылья, вот этим также и вон своим молодым, и выпустить их уже к ним, сюда во двор. А утром выпускали, значит, телят и тёлочку свою. Вот, и они бегали вот тут вот, смотрите. Бегали они тут. И уже жара, солнце прям греет сильно. Поэтому я их обратно в сарай и завязала. Так, ну что у меня тут? Тут, конечно же, нужно изолировать Деда Мороза с его подружкой, что я сделала. Иначе он обижает всех моих кур и петушков. Поэтому их изолировала. А эти спокойненько тут сидят. Так, и каждое утро хочу вам... Я все хочу показать, но у меня не получается. Вечно у меня телефон дома. Я выхожу сюда уже, и каждое утро начинается... Знаете, с чего? Я выпускаю, и вот эти вот два петушка моих, они выясняют отношения. Это происходит каждое утро. Каждое утро они выясняют, кто важнее, кто главнее. Значит, вот этих кур я тоже обработала, отрезала им крылья и обработала дустом. Обрабатываю я дустом, конечно же, по старинке. Сейчас тысячи новых средств, но мне они не нравятся. Мне не нравятся они по той причине, что такого нужного эффекта, как дуст, они не дают. Вот. Вот так вот. Так, дальше что? Ну, конечно, все, что могли мне тут телята из моей телочки, все сделали. Ничего страшного в этом нету. Уберу все. Зато они побегали, размяли свои ножки. Погоняли Деда Мороза. Значит, вот мой Дед Мороз. Вот наша красотулечка. Что такое? Что такое? Жалуется, он боится, страшно. Телята очень сильно им интересуются. Они ходят за ним по пятам, как акула за касаткой. Вот, вернее, как касатка за этим, за пингвином. Ну, разницы нету. Одним словом, ходят они прямо по пятам. А эти страшно боятся и убегают. Убегают они обычно сюда. Ну, и тут их они настигают. И тут они были. Вон следы своего присутствия оставили. Ну, что ж делать? Ничего не поделаешь. Вот я набрала. Ой, моя газета. Это наша картошка. Смотрите, цветочки мои раскрылись. Так мне хотелось засеять вот это все место полевыми. Обожаю я полевые цветы. Самые мои любимые это полевые цветы. Коровы наши нет дома. Ушла в стадо, мы ее погнали. Так, Дед Мороз, все, их тут нету. Можешь выходить, подлый трус. Выходи. Так. Ай, дангл, мама. Иди, мама, и дангл. Машалла. Данг. Привет. Не надо, я тебя не впускаю. Смотрите, он не привязанный. Давай. Девочки твои на отдыхе. Поэтому и ты отдыхай. Так, ребят, хочу вам показать своих цыплят. Я вам их показывала ни раз, ни два. Кучинских. Хоть и жарко,
хоть и жарко, но уже времени нету. Смотрите, я уже подготовилась. Вот моя баночка с дустом. Вот мои ножницы. Так, отсюда мне их нужно убрать. Сейчас я вам покажу, что я делаю. Смотрите. Просят их продать, но я все-таки решила их оставить. Ту-ту! Хамдяда! Зангуч. Цыпленок просит о помощи, и Зангуч уже готов помочь. Так, ну что я делаю? Смотрите, ножницами отрезаю крылья. Сейчас. Так. Вот таким вот образом отрезала крылья. И вот беру вот так вот. Блин, а вам не видно? Ну, вот так вот. Подождите, солнце. И вот так вот обрабатываю просто. Хвостиком обрабатываю дустом. Так, дустом обработала и выкидываю вот сюда. Для чего я это решила сделать? Для того, чтобы им нужно уже... Одним словом, они выросли, и уже нужно их переводить вон в тот кучер. Сюда я хочу запустить мелких. Вон мелких, которые у меня бегают. Непонятно. Сейчас я тут уберу полностью все. И мелких сюда. Все, я уже буду спокойна. Я уже буду знать, что без моего ведома никто никуда не бегает, никто никуда не летает. И вот таким образом нужно обработать всех. Как закончу, я вам покажу. Потом я тут приберусь, конечно же. У меня есть и звездка. Обработаю полностью все насесты и звездкой. Но это я вам уже потом покажу. И уже сюда запущу я своих мелких. Так как мелкие у меня расползлись по всему двору, а там у меня везде все посеяно, все засеяно. Одним словом, я очень переживаю за свой урожай. И таким образом они все потихонечку перейдут сюда, пока не подрастут. Так, ну вот и все. Так, все. У них сейчас чисто. Все убрала, солому постелила. Осталось только их запустить сюда. Сегодня точно у меня ничего не получится, так как они только уже соберутся, как стемнеет. А утром уже я смогу их ловить. Даже, может быть, и ночью сегодня. Ну, попробуем. Посмотрим, как получится. Не знаю. Ну, все. Вот бегают бесхозно. Везде они. Везде. Всем пока. Всем добра. Всем здоровья. Пока-пока.